Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1375. События дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 21 сентября 2019 года. Наше обращение. Курсором оттормозите, останавливайте. Я буду только проводить. Вячеслав берет вопросы и выставляет их. Я тоже перекачиваю себе. Это с моих книг все. Его стихотворение. О Самсоне.
На этом все. Еще утром была литургия, батюшка совершил 21-е Рождество Богородицы Преснодевы Марии и поехал в Барнаул. Вечером мы уже службу без него провели. День был свободный. Володя баню истопил. Сходили. Вечерня прошла. И все время говорим, какие мы счастливые. В какой тишине живем. Какие восходы, закаты, солнце, луна, звезды. Тишина. Долго ли это будет? Ну, наши ресурсы показать. Это вот. Почту ожидаю здесь, а почта это в моем мире. Вот так. Как он выглядит, это наш листок. В моем мире. Вот она как. Я в шапке просто. Где с голубем, там просто контрольный. Перехожу на почту. Второй очень большой у нас это форум 1602 темы. Вот большой у нас православный видеоканал. 41 тысяча подписчиков и 40 миллионов 838 тысяч просмотров. 16 650 роликов своих. У нас малая посещаемость. Потому что народ на это не идет. Он Златоуст поставил сейчас. Сколько вот? Ну, это 8 минут назад нет просмотров. Вот занятия с детьми тут и есть. Православное изучение Библии. Он вчера тут выставлял. Ну, на это получше. Вот я смотрю сейчас здесь. Меня не было дома, там по 1000. А вот возвращаюсь, меня на автобусе встречают 7000, что-то заинтересовались. Ну, прогулка на опыт, это такое. 3000 слова о старости. Вот так. Обо мне очень многие молились, и мне стало легче. 7000. Ну и большой у нас ресурс во свете Библии. Главное, это вот вопросы-ответы отсюда берут, выставляют. На этом все сегодня.